Гладиатор, блядь, раскатывает, я его даже не открываю. Где вы его взяли? Где? Как ты его выбил, меня шаряет? Я его даже не открываю. Алик, ну что там вы? Алик, ну просто выбей его и все. Где вы копаете? Ну сколько можно? Дай его, блядь. Гладиатор, блядь, раскатывает, я его даже не открываю. Где вы его взяли? Где? Как ты его выбил, меня шаряет? Я его даже не открываю. Альберт Захаревич, команда «Горная». Итак, Альберт, что вам сегодня не хватило победить с командой «Долари»? Или хотя бы сыграть ничью? Ну, в первую очередь, не хватило мастерства всей команды. Во вторую очередь, у нас не полный состав сегодня был командный. Ну, по разным причинам ребята не могли приехать. Ну, мы пытались, бились, не получилось. Скажите, пожалуйста, вы у нас один из самых возрастных участников нашего чемпионата. Вы участвуете в чемпионате области среди ветеранов и в нашем чемпионате города Шахта. Откуда у вас силы? Ну, скорее всего, это сказывается старая закалка, когда тренировочный процесс был настолько серьезным, что, наверное, хватает до сих пор. Ну, еще режим питания. Ну и вредных привычек стараюсь не употреблять. Ну, большое все. Спасибо, удачи вам. Счастлива, удачи. Николай Александрович Колесников, главный тренер команды «Горная». Николай Александрович, вы уже третий год участвуете в первенстве в чемпионате города Шахты. Как вам чемпионат города Шахты? Все отлично, все нравится. Огромненькое спасибо, что родной город Шахты приютил нас. Поселок Горный всегда с шахтами, всегда близенько были. Мы всегда в шахтах пропадали. Поэтому огромное спасибо Федерации и городу Шахты за столь блистательный турнир. Я хочу сказать, что по организации он превосходит, наверное, один из самых лучших в области. Так что спасибо вам большое. Все хорошо. Скажите, пожалуйста, какие есть пожелания к Федерации? Пожелания. Ну, в принципе, федерация всегда на связи, контактная. Соответственно, много вещей мы узнаем и в интернете, и просто там из прессы. Хотел бы сказать, чтобы немножко к федерации, чтобы каждый матч немножко освещался. Спасибо большое Денису Беляшеву. Спасибо вам, да, что вы озвучиваете и просматриваем этот материал по ТВ. Но хотел бы, чтобы немножечко после каждой игры был немножечко как бы результат. Но чтобы ход игры немножко освещался тренерами, да? То есть, кто забил, как проходила борьба, есть ли претензии к судейству и все остальное. Кстати, тю-тю-тю, хочу сказать, что в этом году к чемпионату именно по судейству претензий все меньше, меньше и меньше. Да, есть вопросы к судейству, но, извините меня, эти вопросы есть на чемпионатах мира. Ну, какие претензии вообще есть вообще проведению чемпионата? Претензий никаких. Все нормально, все хорошо. Чемпионат один из лучших в области. Какие могут быть претензии? Вот по полям, конечно, да. Единственное, здесь ничего не сделать в плане того, что стараться надо приводить поля в порядок. Да, мы тоже пытаемся это сделать. Но, извините меня, все вы видите, какие два года подряд засушливые. Газонов нет фактически. Мы играем все, можно сказать, на огородах и в пыли. Но все равно надо стремиться к лучшему, приводить поля в порядок. И на последних совещаниях, и даже в области мы обсуждали этот вопрос по поводу именно приведения порядка в поле в городе Шахт. Спасибо большое, движение пошло в лучшую сторону, но я хочу сказать, что немножко здесь большие финансы нужны, да, привести это все в порядок. Ну, хотя бы по минимуму выровнять поле, посеять газон, это да. Но, опять же, погода. Погода такая, что сейчас не до полива газона, у людей, у многих даже, ну, считаю, что даже по нашей местности не хватает просто воды реально. А про полив газонов, это уже другой вопрос. Поэтому поля привести в порядок, и будет вообще все замечательно и хорошо. Скажите, пожалуйста, вы сейчас с «Сретенским хлебом» боретесь за третье место. Кого вы еще считаете фаворитами нашего чемпионата? Ну, фавориты, неожиданно, конечно, что «Локомотив» тире «Шахтер» сошел с дистанции. Очень хорошая команда. Я считаю, что чемпионат города «Шахт» очень привлекательный в плане того, что здесь нет проходных матчей. Да, есть там внизу команды борются, но они настолько зубатые, что они могут всегда неожиданно показать неожиданный результат с приставкой «плюс» и «минус». Я не хочу ничего сказать, но просто-напросто так же и наша команда. Она любительская команда. У нас нет тренировочного процесса. Мы собрались после работы, поиграли в свое удовольствие. Вот результат. Самое главное, результат — это то, что ребята нигде на улице не болтаются, они занимаются спортом, а спорт — это все.
немножечко спорт дисциплинирует и приводит в чувство тех ребят, даже которые немножко вышли из колеи. Так что самый главный итог этого чемпионата, я считаю, именно наша команда. Вот, да, то, что мы третье место, четвертое, какое мы займем, тоже не важно, не столь важно. Самое главное, у нас есть рост, самое главное, что мы играем в свое удовольствие и показываем, я считаю, что это достаточно хороший футбол. Но еще хочу сказать, выделить команду Долари действительно по командному принципу и по тренировочным процессам, и по всему остальному, и также по финансированию, смотрю, здорово команда потянулась в этом году. Я думаю, что это не один год, дай бог, здоровья хозяевам этой команде. Они не один год еще будут на лидерских позициях в городе Шахта. Мы с ними выходили с первой лиги, и мы знаем потенциал данной команды. СК Юг, конечно, в этом году обидно, что они немножечко оступились, достойные команды друг друга, но не все время быть чемпионами. Надо же рататься. Спасибо большое, желаем вам удачи в борьбе за третье место. Все, спасибо большое. Виктор Челазарев, главный тренер, и его помощник, играющий тренер Владимир Александрович Клеменкин. Итак, Владимир, с победой вас. Скажите, пожалуйста, как сегодня была сама игра? Красивая игра была, содержательная. Моментов было много, не использовано. Очень красиво были забиты штрафные, что в исполнении Горной, что в исполнении Долари. Хотел сказать огромное спасибо судейству, очень объективно, спасибо сопернику, не было никаких провокационных действий, не было таких отрицательных моментов, которые могли пойти на некрасивую группу. В том, что команда Горная претендовала на третье место. До сих пор претендует, спасибо. С командой «Утинский хлеб». И для них была эта игра также значимая. В случае победы они бы становились бы одними из претендентов на третье место. Так что игра была очень интересная, содержательная. Мне и как зрителю, и как тренеру очень понравилось. Владимир, скажите, вы вышли на замену, имели очень хороший момент. Как вы находите общий язык с партнерами на футбольном поле, за пределами поля? Команда у нас не первый год играет. Основной костяк уже играет на протяжении практически 3 лет. Поэтому с ребятами интересно играть. Друг друга уже, в принципе, понимаем. Поэтому особых проблем на поле у нас нет. Мы вернемся чуть-чуть назад. Я хочу вас поздравить с Кубком Шахтера, который вы в упорной борьбе победили у команды СК Юг. На протяжении уже нескольких лет вы боретесь с этой командой. И вы всего лишь в шаге от чемпионства. Все зависит, то есть, от вас. Вам из 2 игр надо набрать только 3 очка. Как вы настроены вообще на борьбу в чемпионстве? За чемпионство? Ну, я думаю, что не только с командой СК Юг мы боремся. Да, кто еще фавориты вы считаете, с какими командами? Да посмотрите, да, там можно выделить, но я бы не хотел. Тот же «Локомотив» – отличная команда. «Горная» собирается. Спасибо руководителю поселка Горного, что он собрал людей, играют. Тот же «Утинский хлеб», там собраны ребята, которые играют на первенство области по первой лиге. Я думаю, 5 команд, которые смело... Молодежь Кондратова, Сергея Андреевича Кондратьева. Ну, думаю, 5 команд, которые претендовали, могли все претендовать на призовые и первые призовые места. Вот эти 5 команд. Владимир, к вам вопрос. Вы участвуете еще... Спасибо за поздравление. Подождите, пожалуйста. Также вы участвуете еще в первенстве Ростовской области первая лига. Также участвуете в кубке, участвовали уже в кубке города Шахты и в чемпионате города Шахты. Скажите, силы остались на концовку этого чемпионата сделать рывок заключительный? Да, я думаю, мы подготовились в начале сезона, мы активно провели подготовительный цикл. То есть участвовали во многих турнирах зимних. Вот, что дает нам на протяжении сезона играть 2 турнира, дополнительно кубки играть. То есть силы есть, я думаю, что чемпионат мы закончим все-таки на первом месте. Вот. И область постараемся в пульке, конечно, добиться самого высокого результата, который есть. Ну, вам большое спасибо. Желаем вашей команде как можно дольше находиться на вершине нашего чемпионата и донского футбола. Спасибо.